«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компаний, а еще отец двоих детей. Итак, встречаем Игоря Дубинников. Игорь, здравствуйте. Да, добрый день. Вот из той ипостаси, которую я только что перечислила, самая близкая роль для вас – это кто? Наверное, какая? Учитель. Учитель. Да. Это самое изначальное, да? Что... Это то, к чему я скорее пришел, хотя свой диплом педагогический я получил давно. Угу. То есть первый диплом, который я получил, был педагогический. Это такая базовая, да? Основная такая была. Первая профессия, которую я получил. Угу. Вот. Но тогда, когда я получил, я точно не собирался быть учителем. Даже, наверное, сомневались в том, что вообще буду ли я когда-нибудь, да? Я это точно знал, что я не буду. Да, но, как обычно в психологии бывает, угу, как только ты говоришь «не буду», так сразу же включаются совсем другие процессы. Ну да, слово, как это, «не», частицу не воспринимает мозг, поэтому да, я сам себе запрограммировал, что буду, похоже. Смотрите, у нас сегодня тема «Отцы и дети». Сколько лет вы уже в роли отца? У меня, получается, пошел 18-й год. 18-й год. Да. Это сложная роль – быть отцом? Или же вы считаете, что, в принципе, она по силам любому мужчине? Я считаю, что пока она не осмыслена, она легкая. Так, а как только? А как только ты начинаешь осмыслять роль, ну, для начала родителя, угу, а потом уже внутри этой роли роль отца, потому что все-таки там есть и мать. Угу. Да? И вот я бы сказал, что я пока в процессе, я пока не ответил себе на ряд вопросов, что значит быть родителем и отцом. Когда вы осознали вот этот процесс, сколько было тогда ребенку, вашему первому ребенку, когда вы поняли, что вот так просто, бездумно я не могу быть, я, да, биологический отец, но я еще и человек, который задает определенную траекторию развития своему ребенку? Я бы сказал, путь был не такой. Я сначала понял, что я благодарю и благодарен своему отцу. Угу. То есть это был мой юбилей 30-летний. И, ну, как обычно у нас бывает на наших этих застольях, я, ну, говорил какое-то слово. Угу. Вот я говорил благодарность отцу. И в этот момент я осознал, что вот он как мог меня, так и воспитывал. А как он мог меня воспитывать, будучи инженером-радиотехником, там, работая на трех работах в советское время, там еще в Киргизии, когда мы жили. Ну, естественно, давлением. Угу. Там, я должен, я обязан. Я это воспринимал, естественно, в штыки и негативно, потому что я хотел другого. Не там, идти на огород, там ничего не копать, на эту дачу не ехать, не заниматься этой прополкой картошки. Я хотел там спортом заниматься, с девочками гулять. В общем, у меня были другие интересы. Угу. И тогда, естественно, это был полный негатив, конфликты, рукоприкладство. Ну, не с моей стороны, я тогда еще был не способен это делать, но со стороны отца. То есть это такое было классическое советское воспитание. И вот в 30 лет, когда я ему говорил спасибо, я понял, что... А я действительно ему благодарен. Он вот как мог, вот как его учили в свое время, а он воспитывался без отца. Он, кстати, в России вообще очень много детей воспитывается без отца. И вот как его воспитывали, так и он воспитывал. И вот говоря ему эти слова благодарности, я начал думать: так, стоп, а я-то чего делаю? А у меня-то дети. А вот как это? И вот дальше процесс осознания растянулся, ну, фактически, наверное, до 35-36 лет, когда я впервые сказал: так, стоп, я точно не хочу действовать, как мой отец. Угу. Я точно начал сталкиваться с проблемами в школе у своего сына. Мы с ним вместе. И я понимал, что если я просто на него буду давить, то я получу, и у меня в моей жизни есть очень некрасивый и очень трагический пример, когда моего друга в семье давили, ну, то есть заставляли, и он просто повесился. Угу. Я вот эти картинки сопоставил, сказал: так, стоп, теперь надо понять, что с этим делать. Я там впервые обратился к психологам, потому что, опять же, несмотря на то, что у меня педагогическое образование первое, родителям меня никто не учил быть. Эту роль социальную, к сожалению, в нашем обществе не преподают. А это одна из ключевых ролей. И вот до сегодняшнего дня я нахожусь, с одной стороны, в постоянном подтверждении ответов на эти вопросы для себя. Я все больше получаю запрос от моих учеников, от людей, скажем так, более взрослого возраста, о том, что у них проблемы с детьми, нужно что-то делать. Угу. И получается, я в это включаюсь и провожу уже даже на тему тренинги. Вот
Самое интересное, что я когда вчера перед эфиром написала о том, что я буду с вами встречаться, и попросила наших, ну, тех, кто слушатели. Меня читает, да, в социальных сетях задать вопрос. Вот самым популярным вопросом было как раз, что делать, каким образом мотивировать детей, которые ничего не хотят, подростки. Ну, мы сейчас к этому подойдем. Да? Итак, современный подросток – это новое, в принципе, такое, я бы сказала, очень стремительное поколение, за которым мы не всегда успеваем с вами, да? Они совсем не похожи на нас, но есть, я бы так поделила на две категории. Есть ребята, которые четко понимают, мы хотим этого, мы берем, мы делаем, да? Есть такие подростки, прямо я говорю, не подросток, а песня. Вот с ними интересно, не всегда легко, но понятно, что делать, да? То есть направляй и поддерживай. Угу. А есть другая категория, и девчонок, и мальчишек, которые, отстаньте от меня, я ничего не хочу, да сдалось мне все это, да? И вот как раз вопросов по этим детям все больше и больше возникает у родителей. Ну, практически все такие. Да. И вот как раз этот вопрос и озвучивается. Я поэтому сейчас с него, наверное, и начну. Тяжелые, как педагоги называют, там, да, там, например, сложные, там, поведенческие дети, подростки, что на них уже ставится клеймо, да. Но мы с вами, как взрослые люди, которые тоже через это, через все прошли, понимаем, что это всего лишь временное явление, его надо просто правильно прожить, пережить, да, и не потерять взаимодействие со своим собственным ребенком. Угу. Расскажите, как это сделать, вот, может быть, и с вашей точки зрения, с вашего опыта, и в то же время, так как вы уже делаете тренинги, как не потерять вот эту связующую нить? Родитель и ребенок. Надя, если позволишь, я на полшага вернусь назад. Да, мы к этому сейчас как раз через вот эти полшага и перейдем к твоему вопросу, который ты сейчас задала. Просто я понял, что я не ответил на твой вопрос предыдущий. Ты спросила про роль отца. Я рассказал о том, как менялся там в генезисе вообще, в принципе, как отцовство. Я к этому вообще относился. Да, а по большому счету надо ответить на вопрос. Вот обучение и воспитание. Это, по большому счету, основные элементы педагогики, то есть науки о развитии человека, ну, в данном случае ребенка. Я считаю, что воспитание – это 90% семья, обучение – 90% школа. И в обратную сторону, соответственно, 90% и, соответственно, 10%. Как, знаешь, треугольник, вот если взять прямоугольник и разрезать его пополам. Да. Вот, к сожалению, мы, как родители, я говорю про свой пример, но я уверен, что большинство честных родителей сейчас то же самое идут у себя. Мы как бы сдаем ребенка куда-нибудь. Да. Чтобы найти себе свободное время. Нам дети реально неинтересны. И мы не ищем никаких поводов для того, чтобы возник совместный интерес. И это уже перекликается с ответом на твой вопрос, который ты последний задала. Но пока я не буду на него отвечать. Роль отца и роль родителя – это быть примером в чем-то. По сути дела, основное обучение, которое происходит в семье, это копирование модели поведения. Делай, как я. Делай, как я. Но тут вопрос даже не в том, делай, как я. И сейчас мы транспарант напишем на эту тему. Надо понимать, что все, что вы делаете, копируется. Все. И если и мы говорим... слова, которые говорятся, они слова, интонация, озвучат. Все копируется. Маты, еда, привычки, бухло, телевизор, сериалы, все копируется. Но только может быть на современном диджитальном уровне. Поэтому первый момент – это какой нужен пример отца, а дальше уже вопрос девочки, соответственно, и мальчику. Ну, естественно, вопрос принятия ответственности – это вообще ключевой вопрос любого взрослого человека. Но с точки зрения парня – это способность брать на себя ответственность, ставить цели, достигать, дисциплина. Это тот яркий пример, который должен видеть сын по отношению как бы, к отцу. Отец должен показывать сыну. То же самое девочки, да, но там, тем не менее, там больше модель поведения, связанная с заботой, любовью. Это, по сути дела, ролевая модель будущего мужа, да, потому что она тоже будет копироваться. И вот эта ваша связь, наша связь с нашими супругами, то, как мы относимся на самом деле в семье, с какой любовью, добротой, там, и так далее, это и будет копироваться нашими детьми с точки зрения их ролевых моделей. Вот поэтому роль отца ключевая – это быть примером мужчины в жизни, соответственно, своих детей.
Отлично звучит. Игорь, а скажите, вот если, например, как вы в начале самой программы сказали, в семье нет отца, да? А есть дети, мальчишки. Да. Как в этой ситуации? Что вы в этой ситуации рекомендуете? Ну, это, на мой взгляд, такая сложная уже ситуация, и так однозначно, не оказавшись в ней и не имея своих собственных примеров, брать и говорить, вот делайте так или так, я считаю, что здесь ключевым моментом могут быть родственники и мужчины по линии, соответственно... Женщины? Женщины, а может быть, все-таки... Развернуться в сторону, например, линию и отца, да, если вдруг... Конечно. Дело в том, что вот ты поймала прям, что называется, эту мысль. К сожалению, очень часто родители расходятся, теряя лицо и в очень жестких контрах. И дальше женщина начинает там мстить и пакостить по отношению к мужчине. Ну, и мужчина себя ведет недостойно тут тоже. И вот как... При условии, что люди приняли решение, осознанное, надеюсь, расстаться, не жить вместе, друг не с быть вместе, да, как при этом, тем не менее, давать возможность взаимодействовать с биологическим отцом, и как, тем не менее, при этом выполнять свою функцию, тем не менее, да, реализовывать свою ответственность как отца. Вот, на мой взгляд, это поиск возможностей и добавление в окружение мужской линии. Крайним вариантом могут быть уже вопросы наставничества, люди, которые реально по интересам могут быть близки, но при этом они и мужчины. Ребенку. Конечно. Вот. И теперь, отвечая на вопрос твой, да, вот, который я, к сожалению, пришлось вернуться к первому, который я не ответил. И это вопрос прежде всего совместных интересов. Для того, чтобы находить какие-то возможности для общения, должны быть поводы для общения. Повод для общения типа «здравствуй», «добрый день», «до свидания», «спокойной ночи». Как дела в школе? Да. Хотя британские ученые считают, что даже утро и обнимашки – это уже, особенно общение, в том возрасте, важный элемент общения, тактильности и реальной передачи тепла, любви и так далее. То, что, собственно, я рекомендую делать в начале дня и в конце дня. Вот. А... Основное – это интересы. Вот какие интересы у вас? Ходите на спорт? Ходите с ребенком. Изучаете язык? Изучайте с ребенком. У ребенка репетитор по какому-то предмету, может быть, вам имеет смысл вместе сходить к нему. Я считаю, что для подростка особенно, в момент, когда мы сталкиваемся, родители, это самый тяжелый для нас в современном мире момент, мы-то сами не можем толком ответить на этот вопрос, какой профессии там, и какая работа, кем быть, а для себя, а уж тем более для ребенка. Так вот, этот момент наиболее удобный для того, чтобы совместно изучать мир будущего, чтобы находить ответы на вопросы, в том числе про себя, тестироваться точно так же на этих профориентационных тестах, точно так же наравне с ребенком, смотреть результаты, обмениваться этой информацией. В этом случае тогда возникает вот то самое базовое доверие на фоне общей деятельности. Если у вас нет общей деятельности, общих интересов, все остальное будет бессмысленно. То есть там прийти, проконтролировать, только будет это закрывать ребенка все больше и больше по отношению к вам. Хорошо. Вот мы, получается, если мы постоянно живем вот этой самой, дышим тем же самым воздухом, которым дышит и твой собственный ребенок, мы вместе растем, развиваемся, но в какой-то момент он говорит: так, стоп, мама, папа, вы знаете, я уже не вы. Я уже... Та отдельная личность, да, которая хочет много что уже и без вас делать, да? То есть мы, как с вами, должны грамотно его отпустить, правда? Вот это грамотное отпускание, это опять важный элемент, которому не учат. Ну, потому что, я думаю, тоже слушатели, кого это коснется, вспомнят, там, надень шапку, поел суп и так далее. Даже да, для, да, сего, да, для сегодняшнего себя там, в возрасте там, 30, 40, 50 лет. То есть вот эта вот тема «Мы, дети, пока живы наши родители», она... Вечная. Вечная, я ее называю, по большому счету, такая культура ковра. Ну, то есть каждый из нас в свое время воспитывался, и у нас на стененке висел ковер. Вот у каждого свой. У каждого свой. Да, и вот этот ковер, он, ну, фактически является отпечатком в голове той модели поведения и воспитания, которую мы скачали. Нужно признать, наше поколение одно, это поколение другое. Совершенно. И абсолютно неплохо, что они не хотят
там какой-то толпы, со всеми общаться. Еще раз, они такие, это нормально. Дальше, в сети они так общаются, вы даже не представляете. Современный мир диджитален, будущего тем более. Не надо их ограничивать с точки зрения общения. Научите их грамотно взаимодействовать в сети. Это просто элемент коммуникации. Угу. Вот получается, что вот если в эту сторону не заходить, в этой стороне, в этой стороне не разбираться и не принимать изначально ребенка таким, какой он есть, то ты будешь пытаться свой ковер как бы применять, там, настилать, смотри, застилать. Вот, да, вот да. У меня ковер, да. И ты должен тоже... ты должен быть таким, угу, такой же, как угу, я. Угу. Да, и вот с этим надо разобраться в первую очередь. Свой ковер снять и нахрен выкинуть, извиняюсь за выражение. И разрешить, и дать возможность ребенку не вешать даже свой ковер, да, если у него вдруг он уже появился. Капремонт в доме, да. А перерезание пуповины в этом смысле, да, вот то, о чем ты спросила. Uh-huh. Но вот у меня, например, в жизни это был очень тяжелый период, потому что у меня сын, ну, мы столкнулись с тем, что Глеб, это был какой класс? 7 класс. Он сказал, все, я больше в школу ходить не буду. Uh-huh. Я сказал, подожди, как это ты не будешь? Пошли в школу, с классным руководителем поговорил. Но там были определенные проблемы с поведением, в том числе с его стороны. Длящиеся давно, то есть как бы это там не первый раз. Не сегодня было. Да, случилось. Мы там до этого меняли школы, то есть угу. вот очередной раз я столкнулся с этим. И оказалось, я понял, сам увидел, что нет, я не хочу туда, в эту школу его отправлять. Хотя это в Петербурге, это гимназия, это, в общем, цивильное место. Угу. Многие туда стремятся. Я понял, что я не хочу последствий таких, какие были у моего друга. Я понимаю, что если я буду давить, я его сломаю. Он еще тот кремень. Угу. И даже одна из новых учителей в школе, учитель русской литературы, мне тогда посоветовала и сказала, если у вас есть возможность, забирайте. И мы с ним сели и подписали контракт в кофехаусе, где мы договорились, что он идет на экстернат. Так, это возможно, да, в нашей стране? Это возможно угу. в нашей стране. Ну, как спортсмены, например, угу. которые учатся экстерном. Угу. Но при этом, если ты не учишься, как обычно, чем ты будешь заниматься? Буду угу. работать. Замечательно. Тебе надо готовиться в этой стране, ты, чтобы быть гражданином, должен получить образование, по крайней мере, начальное школьное образование. То есть угу. это не начальное, а среднее образование. То есть идет самый 9 класс. Да, потому что угу. для того, чтобы поступать в ВУЗ, нужно 11. Угу. А если ты не хочешь поступать, то 9 у тебя должно быть. Это просто гражданин. Угу. Вот. Окей, тебе нужно готовиться, там есть ГИА, тогда это называлось, угу. сейчас ОГЭ, по-моему, называется. Там предметы конкретные, которые должен изучать. Но репетиторы, кто за них будет платить? Это же твое было решение. Супер. Значит, ты будешь работать, и деньги, которые ты будешь зарабатывать, часть будешь направлять на репетиторов. Угу. Да. То а кем ты можешь работать? Тем не менее, в поддержке вы ему не отказываете. Конечно. Да? Кем угу. ты можешь работать? Я могу, не знаю. Угу. Говорю, ну, уборщица, вот, например. Угу. Когда человек говорит, я не знаю, то уборщица или грузчик. Это первое, что приходит в голову. Первое, что приходит в голову, это реально, это не... Я работал, я начинал угу. свою карьеру с разнорабочего, с грузчика. Ну, потому что на тот момент я другого ничего не умел делать. И у меня нормально. В трудовой книжке тоже первое написано «Санитарка неврологического отделения». Все, еще раз. Если у тебя нет угу. фантазии, уборщик пожалуйста, или грузчик, идеально. Вперед. И, пожалуйста, сразу обращайся к родителям, потому угу. что это потенциальные твои первые работодатели. Так он начал убирать дома, потом в одной из моих компаний. Но мы с ним сразу в это в контракте прописали, что он работает, он учится с репетиторами, я его защищаю от всей остальной семьи. Угу. Ну, потому что я одновременно стал директором школы, и завучем, и предметником, и всем подряд. Ему нужна была поддержка, я ее дал. Но у нас контракт. Угу. Ну, и дальше постепенно он понял, что он не хочет быть уборщиком. Потом, что надо? Что-то да, делать начал другое? Из продажи, потом первое дело свое открыл. Неважно, это пока в сторону уберем. Пуповина, вот это перерезание угу. ее. Наступил момент, когда он закончил школу. По сути дела, я его на своем авторитете и на нашем контракте угу. протащил. Угу. А дальше следующий этап. А дальше, получается, он сам. И вот он сам, уже я его вот этими своими какими-то методами давления, тем не менее, там где-то хитростью, я уже не могу его вытащить. И это здорово, что он сам проинициировал это. Там они с Наташей, с моей супругой, угу. С мамой как бы, нашли психолога. И он начал ходить к психологу. Потому что основная задача, основной запрос был, это вот эту связь нашу, ну, не в смысле вообще, а в смысле ту часть, которая работала на предыдущем этапе, а теперь не работает. Работает. Вот эта вот ступень ракеты, которая должна отстрелиться для того, чтобы спутник вывести на необходимую орбиту,
к сожалению, я сам не знаю, как это делать. Угу. Поэтому работа с психологом на протяжении какого-то количества, там, 5 или 7 сеансов, после чего... Я помню, мы уже пришли вместе с Наташей, и разговор был на четверых, где вскрылись определенные проблемы в нашем взаимодействии, где мы договорились о том, как мы дальше взаимодействуем, и с тех пор другие отношения. То есть я, к сожалению, мы, к сожалению, воспитывались в стране, где до сегодняшнего дня признаться, что ты пошел к психологу, это фактически сказать, что ты в дурке лежишь. Но наша культура в стране, к сожалению, вообще против психологии. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас проблема с этой профессией. Туда пришли люди, которые не решили своих проблем, они остались, пытаются другим помочь. Очень мало качественных психологов. А в основном психологи такие, что им нужны психотерапевты самим. Вот через отзывы, как угодно, находите адекватных профессионалов, и если вы находитесь в ситуации, когда вы понимаете, что вы не можете эту проблему решить, идите и решайте ее с профессионалами, потому что чем дальше, тем больше проблема будет становиться как бы конкретная и по поводу выбора будущего, и по поводу отношений, да и у вас у самих проблем, я имею в виду более старшее поколение, тоже хватает. Вот такие рекомендации нам сегодня дает Игорь Дубинников. Мало того, что он педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компаний, так еще и является отцом 2 детей. Кстати, скоро будет и 3, да? Да, мы на 6 месяце. Отлично. Продолжаем. Тема у нас сегодня «Отцы и дети». Что делать с ребятами, которые не горят желанием строить планы, двигаться к целям? Это, кстати, особенность современной молодежи. В отличие от нас, предыдущего поколения, вот это умасливание на тему будущего, угу, что там, а вот потом тебе будет счастье, хотят сразу. Да. И современная вся индустрия СМИ, и уж тем более интернет, пестрит вот этими историями быстрого успеха, и все хотят так же. Извини, что тебя перебил. Ты хотела спросить, да, а что с этим делать? Да, самый распространенный вопрос, который вот я говорила из социальных сетей. Как правильно мотивировать ребенка на то, чтобы у него сначала были хотя бы положительные результаты в учебе, а потом еще и траектория развития в профессионале? Первое. Забыть о слове «мотивировать». Потому что вы не можете, мы не можем никого мотивировать. Угу. Мы можем только стимулировать. Угу. Мотивирование или мотив – это внутренний процесс и мотивация. То есть она зависит от самого индивида, от человека. Поэтому первый момент – это собственный пример. Угу. А вы хотите, чтобы у вашего ребенка был такой пример? Да. Отлично. Первый момент пройден. Второй момент. А что может конкретно мотивировать человека на то, чтобы заниматься какой-то деятельностью, например, учебной? Только понимание, зачем это ему надо. И здесь мы сталкиваемся с самым главным вопросом и проблемой современного образования, потому что все то, что мы делаем, направлено на 3 буквы. Угу. ЕГЭ, которое потом никуда не нужно. Вообще. Это просто... Ну, бич нашего времени, когда ты делаешь бессмысленное, абсолютно тупое упражнение под названием «Я 11 лет сливаю в помойку своей жизни для того, чтобы набрать сколько-то баллов, набрать какое-то количество баллов для того, чтобы потом еще следующую часть жизни посвятить еще». Я называю это 25 лет лишения свободы. Да, а родители это не рассказали в самом начале. 7 лет садик, 11 лет школа и еще бакалавриат 4, магистратура 2, армия 1. Плюс-минус перещелк с когда родился, 25 лет минус. Вся система учит одному – не работать. Не работать. А типа учиться ради того, чтобы потом, возможно, тебе это пригодится. Давайте будем делать вид, что вы сейчас такие послушные граждане, да? Да, абсолютно так. Поэтому, убирая в стороны проблемы образования, слишком глобальная история, вопрос в том, что каждый вынужден справляться с этим сам сегодня. И, конечно же, от родительской смелости и ответственности зависит, насколько вы будете готовы предложить альтернативу своему ребенку. А сегодня альтернатив огромное количество. Давайте хотя бы некоторые из них озвучим. Например, вы можете найти экстернат. Вы можете полностью убить лишнее из программы развития своего ребенка. Вы сдадите и сделаете этот ЕГЭ. Но при этом ваш сын или дочь будет заниматься в свободное время, получается, которое будет полностью свободное время, теми базовыми компетенциями, которые нужны современному человеку будущего, для того, чтобы он мог соответствовать рынку труда.
А что это? Это развитие осознанности базовой операционной системы. Потому что это метакомпетенция ключевая. Это развитие коммуникации, развитие языков, программирование, потому что даже бабушка горбатая через несколько лет уже будет программировать левой пяткой, значит, любой девайс. Потому что так создается это. Так сейчас. То есть, как сегодня без языка невозможно, так завтра без программирования будет невозможно. Потому что на стыке программирования и разных наук, биохимии, чего угодно, будут создаваться продукты, будут решаться задачи. Это уже так сегодня. Поэтому как помочь не тратить время на ерунду? Я уже понимаю, что школы ополчились в этот момент на меня после этих слов. Нет, ни в коем случае. Я не против школ. Я против траты времени впустую. И когда я выхожу на тренинг, я говорю, я сегодня хочу помочь вам сэкономить ближайшие 40 лет вашей жизни. Потому что, когда я работал в корпорациях, и мне приходилось увольнять огромное количество людей, люди вне зависимости от возраста не могли ответить на один простой вопрос. Чем ты хочешь заниматься? Чем ты хочешь заниматься? Они могли ответить на вопрос, чем они не хотят заниматься. Как правило, это совпадало с тем, чем они занимались всю жизнь. Но никто из них не мог ответить на вопрос практически, без исключений, на вопрос, чем бы вы хотели заниматься, по-честному. Так вот, альтернатив на самом деле много. Какие? Первое, еще раз. Первое, что нужно сделать, нужно высвободить время, потому что вы не можете умордовать своего ребенка тем, что он, с одной стороны, 10 часов потратил на школу в день, плюс еще сверху давайте еще там кружки и все остальное, которое, опять же, направлено на ЕГЭ. Вот первое, что нужно сделать, это решить, вы готовы идти по общему пути или вы создадите свою индивидуальную траекторию образовательную. Если по общему пути, просто найдите школу, где нормальные учителя. Это самое главное. Если индивидуальная траектория, значит, тогда вам нужно будет найти экстернат, вам нужно будет, по сути дела, самому стать техом, который возьмет ответственность за образование своего ребенка. Кстати, я хочу сказать, не каждый родитель на это способен. Да, потому что... Поэтому я говорю, от смелости очень серьезно зависит. Потому что делай этот шаг... В режим под названием «я пришел, отдал своего ребенка в игровую комнату» уже не работает. Уже не работает. Все. Претензии потом только к зеркалу. Ну, там совсем очевидно, потому что так и так очевидно, что претензии только к зеркалу. Так вот, в этом случае тогда вы можете набирать вот эти вот пазлы в онлайне сегодня, в том числе и в международном, не только в России. Я сейчас говорю о том, что какие у вас есть, ресурсы, есть прекрасная возможность сегодня выйти за пределы Кирова, Уренгой, Помара, Ухрюпинска, любого города благодаря интернету. Если у вас есть интернет, вы можете получать образование в Стэнфорде. Набирать это элементно. Но начните с того, что вы первую часть времени посвятите исследованию способностей своего ребенка, интересов своего ребенка. Потому что нет смысла тратить любое количество времени на то, что вообще не нужно. В режиме пригодится, не пригодится, потому что гораздо быстрее осваивается сейчас любой навык или любая компетенция под то, если она нужна. Если она не нужна, нет. Вот базовые компетенции, их имеет смысл освоить заранее. Вот здесь только, наверное, еще 5 копеек, да? По поводу того, что, вот, может быть, это ваше желание и стремление, да? А может быть, ребенок скажет, мам, погоди, мне вот вообще это ничего не надо. Ну, я каждый раз, когда отвечаю на вопрос, я хотел бы тогда немножко оговориться. Да. Я исхожу из неких базовых принципов. То есть, что у ребенка есть вот эта, да, психологическая готовность... Вот тут тяжело понять, она у кого есть. А у взрослого она есть? Что такое взрослый, что такое ребенок? Вот у меня есть мои базовые принципы воспитания детей, которые я для себя осмыслил и которые я транслирую. И вот первое, о чем я говорю, мы на равных. И в данном случае это наша совместная задача. Нет такого, что это его проблема или моя проблема. Это наша совместная проблема. И мы должны ее решить. Конечно. Там второй момент очень важный. Честно, откровенно. То есть ничего не за, как бы, гребаем под ковер. Стопроцентная поддержка и личный пример. Вот только таким образом можно действовать, на мой взгляд. Прорисовываем ли мы вместе с ребенком вот ту самую цель, к чему мы идем, или тот самый пунктик, вот где мы с тобой остановимся, оглянемся назад, посмотрим, как мы прошли этот путь? И будем прорисовываем. Дальше. Вот несмотря на мой комментарий, что современный подросток – это скорее человек, который не думает о будущем глобально, тем не менее его надо научить об этом думать. Я однажды был на стратегической сессии в одной из энергетических компаний, я ее организовывал, и Виктор Виксельберг,
российский предприниматель и владелец компании «Ренова», когда слушал стратегию, с которой выступал топ-менеджмент, в итоге, после всех разговоров, вопросов, сказал: «За всю свою жизнь я не видел ни одной реализованной стратегии. Но это не означает, что стратегии не должно быть». Вот здесь то же самое. Понятно, что мир меняется каждую секунду. Понятно, что в школе нет такого предмета, как самопроектирование, например. И детей не учат смотреть вперед там, и загадывать, или там, заглядывать там, в будущее. Но, тем не менее, помогать посмотреть на эти там, 20, 25, там, 50 лет вперед, просто иметь в виду и от анализа своих сильных и слабых сторон, достижений, корректировать этот путь, но так, чтобы у тебя карта этого пути была. Это задача, в том числе... Там, сначала родители, да? Помочь вместе. Я сейчас оговорился, удивительно, руководителя, я сказал. А на самом деле, если вы напишете сейчас на листе бумаги «руководитель» и первую букву обведете, а потом «одитель», получится «родитель». Родитель. Да, и «водитель» то же самое у вас получится. Отлично, у нас сегодня программа «Практическая психология» и тема «Отцы и дети». Мы прервемся и скоро вернемся. Практическая психология. Итак, продолжаем программу «Практическая психология». У меня сегодня в гостях Игорь Дубинников. Игорь, у нас тема «Отцы и дети». И вот мы уже поговорили о том, как выстраивать взаимоотношения с нашими подростками, как выстраивать, наверное, такую траекторию будущего вместе, опять-таки, да, сообща. Очень хотелось бы проговорить про те самые игры профориентационные, которые вы сейчас, в принципе, продвигаете по России, которые очень нужны и педагогам, и родителям, и детям. Мне очень нравится эта фраза «играющий тренер». Сама тоже занимаюсь игропрактиками и понимаю, что именно через игры можно с детьми разговаривать. Ну, для меня просто мое словосочетание «играющий тренер», оно связано с моим бизнесом инвестиционным. Uh-huh. И, учитывая предыдущий опыт, я с командами взаимодействую именно как играющий тренер, потому что я внутри могу выполнить любую роль любого игрока, учитывая свой предыдущий опыт работы и коммерческим директором, и генеральным директором, и как собственник бизнеса. То есть я с разных сторон знаю бизнес. Вот, поэтому тут скорее не про игропрактики. Но тем не менее, если брать тренинг, самоопределение, которое я провожу, я помогаю ребятам определиться с базовыми понятиями перед тем, как начать заниматься вообще определением себя в жизни. Потому что, к сожалению, мы проскакиваем ключевые, ну, скажем так, понятия, без которых, не определившись, в которых мы, к сожалению, ну, практически умножаем на ноль любое следующее наше действие. Ну, например, мы разбираем с ребятами, а что такое взрослый? Это как? Что значит быть взрослым? То есть какие, да, критерии, да, взрослости? Вот как можно расшифровать слово «взрослый»? Я обычно задаю, я разбиваю их на небольшие группы и даю им это слово. И прошу их ответить на этот вопрос. Там не более 7 слов формулировку. За всю историю не было ни разу, когда кто-то заговорил о возрасте. Если усушить и суммировать то, о чем они говорят, взрослый – это человек, отвечающий за свои слова, дела и поступки. Точка. И когда у ребенка это происходит осознанно? А вот это вопрос выбора. Получается, что если ты строишь отношения и разговариваешь об этом со своим ребенком, подводишь его постепенно. Это не происходит там за один день. За один день такое определение не происходит. Потому что дальше, когда вы о чем-то договариваетесь, происходят примеры из жизни, которые вы обсуждаете, где его поведение соответствует или не соответствует этому. Где твое собственное поведение соответствует или не соответствует этому. Тут нужно быть готовым к тому, что ты точно так же можешь ошибаться. И признание своих того, ошибок, что ты, да, совершаешь такие же ошибки, демонстрация своей уязвимости – это и есть базовое доверие, которое позволяет… Это, кстати, касается любых отношений и на работе, и в семье. Более, в семье, да. Позволяет строить дальше честно эти отношения. И вот когда мы прочищаем тему и говорим, и я даю возможность на тренинге ребятам определиться, а вы взрослые или не взрослые, а я даю это делать просто, я на тренинге говорю, как звучит ребенок.
Закройте глаза и просто вот произнесите звук ребенка. Ребенок. Да, и они начинают кричать. Ну, то есть как бы ныть. А произнесите звук взрослого. Тишина, ступор. Ну, нет звука. Тишина. Взрослый молчит и делает. А ребенок ноет. И тут же выделяем понятие, что плакать, проявлять эмоции – это нормально. Ноет – это значит не по делу, рассказывает о том, что что-то у него там не так идет, сам не прикладывает к этому никаких усилий. И вот на таких простых доходчивых примерах мы постепенно-постепенно разбираем, как бы вот эту шелуху снимаем. Вот на тренингах самоопределения мы разбираем базовые элементы того, из чего складывается самоопределение. Потому что, например, технология самоопределения – это понимание своих достижений. А достижение – это не только вот как бы хорошее. Твои достижения могут быть и ошибки. Потому что это результат со знаком минус. Как их перевести? Но это результат. Да, конечно. Любой результат – это хорошо. Другой вопрос. Ты из ошибок уроки извлек? Извлек урок – отлично. Результат стал положительным. Дальше. Твои таланты. Вот этот микс сильных и слабых сторон. Чем ты отличаешься от других? Что в тебе хорошо работает? Что не твое? Дальше отдельный элемент – твои интересы. Чем ты интересуешься? Откуда ты черпаешь информацию? Вот я свой выбор в жизни сделал в 21 год. Я помню, я часто об этом говорю, ко мне на свадьбе у тети подошел на лоджии пьяный мужчина, по-моему, даже ее папа, получается, в таком подвыпившем состоянии, говорит: а кем ты будешь, Игорь? Я говорю: я буду менеджером по персоналу. Это третий курс вуза. Как случился этот выбор? Почему я так ответил? На третьем курсе вуза у нас активно начался блок профориентационных дисциплин. И читали эти дисциплины, практики, руководитель кадрового агентства на тот момент. Несмотря на то, что это был Курск, тем не менее, в 96-м году это было кадровое агентство. Дальше. Книжка, которую первую я прочитал, которая называлась «Управление персоналом», нет, «Особенности национальной карьеры» Ушакова, где рассказывалось о такой профессии будущего, менеджер по персоналу, и что вот эти кадровики уйдут, будут менеджер по персоналу. Вот это было так увлекательно, это было так увлекательно, что я тогда для себя сделал выбор, как, откуда мы черпаем наши интересы, где мы берем это вдохновение. Получается, мы либо с кем-то общаемся, кто нас заражает этим, либо что-то читаем, откуда мы это берем. Вот если вы хотите помочь своему ребенку определиться, вместе с ним прочитайте такую книгу, как «Атлас будущих профессий». Там рассказывается о том, как меняется мир, о том, какие профессии уйдут, какие останутся, какие актуальные задачи необходимо будет решать. Да вы просто возьмите, откройте этот «Атлас» по 25 отраслям, разным отраслям экономики, и просто вычеркните в режиме «неинтересно». Вот самый простой способ найти, что тебе интересно, это из общего списка вычеркнуть то, что тебе неинтересно. Да. И дальше у тебя возникает одна, две, три отрасли, области, которые плюс-минус кажется, что это интересно. В предпринимательстве это называется гипотеза. И дальше вам придется это перепроверить. Вы пойдете туда и там. Идеально, если вы найдете в своих кругу друзей, знакомых, наставников потенциальных, которые могут рассказать о том, что это такое. В идеале могут дать возможность провести на рабочем месте, посмотреть экскурсию, попробовать. Сегодня это можно вообще просто делать в сети. Вы просто находите в этой области человека. Вы берете область, забиваете туда эксперт в области такой-то, у вас вываливаются люди всего мира. Постучаться к нему, социальные подписчики, сети, еще куда-то читать то, что он пишет. Это то, что вы можете делать для себя и точно так же для своего ребенка. Абсолютно без проблем. Так вот... Как хорошо, что нет теперь этих границ, да? Да, круче интернета только телепатия, конечно. То есть, если уметь пользоваться грамотно то, чем как бы современный мир нас одарил, вы можете двигаться очень быстро. Еще раз, это кардинальным образом убирает границы городов, стран, там чего угодно. Более того, если мы берем практику, это последний элемент системы самоопределения, то сегодня зарабатывать может любой человек любого возраста. Если раньше подростка, да и сейчас, в офлайн-режиме на работу не возьмут, потому что ограничения, кому нужен геморрой, вы только сами можете сегодня нанять своего ребенка себе на работу. Если у вас есть такая возможность, сделайте это. Но в сети, а сегодня огромное количество профессий уже диджитальных,
в сети нет возраста. Аватарка на вашем профиле в социальной сети не рассказывает о том, сколько вам лет. Вы там можете цветок поставить с горшком. То есть вас уже там не воспринимают как человека какого-то возраста. Мало того, сейчас подростки иногда зарабатывают даже больше своих родителей. Да, подростки вот вообще самых, да. знают больше, чем родители сегодня. Это, кстати, одна из особенностей нашего времени, что подростки сами могут нас учить многим вещам, которые нам бы имело бы смысл поучиться. И учат. И за это им огромное спасибо. Кстати, это один из моментов, связанных с выстраиванием отношений. Опять же, через вот эту уязвимость и готовность сказать, что ты что-то не знаешь, попросить, чтобы твой ребенок тебя этому научил. Со скольки лет вы примерно берете детей вот, на семинары? Ну, из опыта это 12 лет, хотя дети разные, но вот оптимально это 12 лет. С 12 и старше, да. То есть 14-15 это тоже тот возраст, который самый... Это основной возраст, с которым я сталкиваюсь. То есть если взять профиль моих выпускников, то это где-то 60, а то и 70% посетителей. Дальше будет хвост тех, кто помоложе, и хвост тех, кто постарше. Если брать по гендерному, чаще всего к вам обращаются мальчишки или девчонки? 50 на 50. Здесь, в отличие от взрослых тренингов, где у меня, получается, 2/3 в основном девчонки, на подростковых получается 50 на 50. Вот если сейчас я попрошу вас сказать... рецепт, как родитель может повлиять на успешность своего ребенка? Что это будут за ингредиенты? Хороший вопрос. Прям формула, как, философский камень. Но я считаю, что... У каждого, конечно, он будет свой, но да. Вот ваш рецепт. Я об этом не думал, поэтому мне потребуется там какое-то количество секунд соединить элементы. Я думаю, что главным элементом здесь будет личный пример. Личный пример – это не означает, что у курицы не родится орел. Я говорю сейчас личный пример, ну, как бы отношение к жизни и вообще пути. Смотри, как я умею решать эти задачи. Нет, да? Смотри, как я люблю жизнь, и почему я занимаюсь любимым делом, и почему я знаю, что это мое любимое дело, и почему я знаю, что я полезен людям, и так далее. То это гораздо тема более мощная призвание, история. Призвание, да, своего? Да, то есть конечно. Я нашел, я тот человек, который нашел свое призвание. Да. У тебя это получится тоже. Самый лучший вариант в этой формуле влияния – это когда тебе не надо говорить слова. Когда люди видят, что ты светишься изнутри, потому что ты действительно занимаешься полезным делом, которое ты любишь, которое делает тебя счастливым. Угу. Поэтому я бы отдал в этой формуле 50% на личный пример, безусловно. Значит, второе – это отношения на равных. Для меня это все, что связано с открытостью, честностью, правом на ошибку, в том числе и как для своего ребенка, так и для себя. Это 25%. Угу. И последнее, третье, хоть это и 25%, тем не менее, это безусловная любовь и принятие своего ребенка таким, какой он есть. И что бы ни происходило в его жизни, без всяких «если» рядом. Или «но». Угу. Вот... пока этого не произойдет, а любовь – это и есть принятие, вот безоговорочное, ты можешь давать обратную связь, это парадокс в чем? То есть ты принимаешь человека, каким он есть, но ты можешь ему давать обратную связь относительно того, где бы ты видел возможность для улучшений. Но при этом он сам решает, будет он это делать или нет. Вот это самое сложное, на мой взгляд, для нас, для родителей. Спасибо большое, Игорь. И еще в завершении нашей программы, что бы вы порекомендовали, какие фильмы посмотреть, какие книги почитать нашим родителям, чтобы еще лучше понимать, куда мы двигаемся с нашими детьми? Вот учитывая, что мы начинаем с личного примера, я бы родителям порекомендовал в тему погрузиться. Потому что если вы не в формате, то с вами не о чем разговаривать. Надеяться на то, что кто-то за вас эту работу сделает, бессмысленно. Поэтому ваша личная осознанность является ключом к тому, чтобы вскрыть эту формулу. Для этого я вам рекомендую, я всегда рекомендую эту книгу, книга Стивена Кови «Суперработа, суперкарьера». Это одна из последних книг этого автора. Если вы его знаете, вы должны его знать по навыкам, 7 навыкам высокоэффективных людей. Но эта книга, в принципе, о том, как
найти свое дело, как быть полезным и при этом как на этом заработать. Как устроен современный мир будущего? Ну, на самом деле, в принципе, это я считаю, что книга хрестоматийная, она не зависит от времени. Я уже порекомендовал вам посмотреть «Атлас новых профессий», «Атлас будущих профессий». Это просто вы обязаны это сделать, как минимум для себя самого. Да, и к тому же у нас в городе Кирове в сельхозакадемии есть Эврикум, да, который работает по «Атласу новых профессий». Ну, тем более, да. То есть у вас еще возможность пообщаться напрямую с людьми, которые представляют, скажем так, этот формат. Если брать фильмы, тут, мне кажется, все очень сильно зависит от момента, да, то есть вот какой-то дать актуальный список обязательных фильмов к просмотру нет. Но то, что отвлекается сейчас, то, на что бы я обратил внимание, мне очень нравится фильм «Умница Уилл Хантинг», как раз о том, какие последствия может иметь такое, ну, как бы, ошибки воспитания, к чему это приводит с точки зрения неблагополучного подростка, и как психолог помогает ему, ну, скажем так, найти себя. То есть это то, что имеет смысл посмотреть с ребенком в возрасте 12 лет и старше, и вместе увидеть, возможно, какие-то свои ситуации, которые у вас в семье есть. Спасибо большое. Это программа «Практическая психология». Сегодня у меня великолепный гость Игорь Дубинников, педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компаний, а также отец двоих детей. И тема у нас сегодня «Отцы и дети». Для меня она была очень интересной и познавательной. Игорь, спасибо большое, что взаимно вы приняли огромное приглашение. Огромное спасибо за интересные вопросы. Всего доброго. Всего доброго. Практическая психология.